Друзья, всем привет! Спасибо, что зашли на мой канал. Сегодня приготовим многими любимый торт медовик. Но по моему рецепту не потребуется ни скалка, никакой раскатки коржей. Для его приготовления я возьму мед 6 столовых ложек, масло сливочное 100 грамм, сода 1 столовая ложка без верха, сахар 80 грамм, 3 куриных яйца, и мука 280 грамм. В глубокую емкость вбиваем 3 куриных яйца. Всыпаем сахар, песок. Интенсивно будем помешивать венчиком, чтобы сахар как можно лучше растворился. Вносим мед, он у нас при комнатной температуре имеет жидкую консистенцию. Я взяла цветочный мед. Хорошенько опять размешаю венчиком. Сливочное масло я растоплю в микроволновой печи. На максимальной мощности достаточно 30 секунд. Вносим растопленное масло в нашу смесь. И опять интенсивно хорошо все перемешаем. Внесем соду. И после соды небольшими частями просеиваем муку. Просеивать надо для того, чтобы мука насытилась кислородом и торт был более однородный, более воздушный. Консистенция готового теста на коржи должно быть подобна консистенции сгущенного молока. Без комочков, хорошо перемешанная. На пергаменте при помощи простого карандаша обводим тарелку. У меня диаметр тарелки 24 сантиметра. Можете брать абсолютно любой диаметр по вашему желанию. На мой диаметр у меня уйдет 3 столовые ложки теста, которые мы сейчас равномерно распределим по всей поверхности отмеченного круга. Заготовленный корж выпекаем в духовке при температуре 190 градусов в течение 3-4 минут. Он должен подрумяниться. Подготовим обсыпку для торта. Один корж натрем на крупной терке. Приступим к собиранию торта. Как приготовить крем для медовика? Ссылку я оставлю под описанием к видео. Каждый корж намазываем кремом, а нижний корж намазываем с двух сторон.
Jet planes in the night sky with you. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. And I wish that I could put it to the sheet. Cause time moves on, and now you're gone. Oh, if only I could build a time machine, I'd come and get you. I can't forget you. Украшаем торт обсыпкой сверху и по бокам. И будем украшать по вашему желанию. Я это сделала при помощи мяты. Я надеюсь, вам понравился мой рецепт. Ставьте лайки, не забывайте подписаться на канал. Всем до скорых встреч!